Только что вышла из Planet Fitness, зашла в Save a Lot. У нас тоже во Флориде есть такие магазины. И сразу наткнулась на арбузы. Пошли ATM. Ну, называется, сэкономим много, но на самом деле большой экономии в нем нет, если честно. Я сравнивала цены с Walmart, они даже иногда выше. Как они вот эту фигню едят? 99 центов за паунд. Вот как-то ж они их готовят. Мне, кстати, дома такие растут. Я их не ем. Может, надо начать. Надо узнать, как они их едят, поспрашивать. Клубничка. Тихо, музыка, тихо. Где цена на клубнику? Соль, вода, фруктоза, ред. А красный перец. А, понятно. Трача, это крахмал. Как эту херню можно пить? Ну, наверное, вкусная. Раз покупают за $1.69. А это что такое? Кампесино. Гуэритос. А это что такое? Это рыба или вообще что? Или какие-то фрукты, овощи? Это порк. Вау, да какая гадость. Это шкура свиньи. Ай, фу, я так в руках держу, мне уже дурно становится. Ай, какой ужас, как это можно... Мамочка моя, как она от милк. Ну, как она от милк, понятное дело, это как она от милк. Понятно, тут добавлено тоже всякая хиромантия. И это, и вот это. Пошли дальше. Это, по всей видимости, что-то типа хлеба. Хлеба, печенье, хрен его знает. Тут оно уже сломалось, обломалось. У них, конечно, так много всего вот национального, что вау. Джалапино. Так. Увидела хлеб и поняла, что хочу булочку. Сейчас куплю булочку, не знаю, что-то на обед сделаю с булочкой. Хотя у меня грибы остались, надо грибы поджарить. Ну, в общем, у меня будет булочка с грибами. Что-то несу. А это кукурузные вот эти вот штуки. Они, видимо, в них заворачивают мясо, может быть, кукурузные листья. И вот они стоят 4,69, вот эта штука. Только, ну, скорее всего, что-то в них заворачивают. Короче говоря, видите, как прямо красиво. Я прям, у меня глаз вот на вот эту вот упал. Ну, понятно, я ее есть не буду, потому что это слишком много калорий. Я уже чувствую, что я настолько уже поехала на том, чтобы мало есть, что я себе ущемляю в еде. Все меньше и меньше. И уже сильно схуднула, конечно. Ой, какая вкуснятина вот эта вот. То уже прям вкуснее. Аж в рот просится. Я прям хочу. Да возьму, наверное, какую-то булочку. Вон тоже какая красота. Вот это, с чем это? Что там внутри, интересно? Она такая громадная. Нет, не буду. Держи себя в руках. А, перцы. Это мне не нужно. У меня овощей, фруктов, все у меня есть. Вот тесто сразу. Это тесто. Нет, это white corn масса. А я думала, это тесто. А что такое масса? White corn, белая кукуруза. Да, но это какое-то тесто, реально. Реально какое-то тесто. Видно для выпечки. Тортики, какие-то тоже вкусняшки, прям привкусняшки, прям вот что-то такое вкусное, привкусное, что это такое? Нет, не знаю. А, только что доела свою вот эту, как она называется, зелень не хочу, чеснок не хочу, это не хочу, не. Морковку еле ту доела, которую брала. А, так, пошли. Пошли. Ничего не хочу. И вот, посмотрите, 10 паундов, это 5 килограмм куриных ножек за $8. 5 килограмм за $8. Вот такие пакеты покупаете. Так, это курица жмурится. Даже ноги продают. Только в таких магазинах продают такие лапки. Нигде в американских магазинах не продают. А мясо. Одуреть можно. $43. Вот такая херня. Извините меня за выражение. Посмотрите, сколько тут. Тут 6 килограмм. Обалдеть. Просто. А это еще дешевле. Тут $22. 4 килограмма. Так что колбасы, что ты хочешь. Мясо и такое. Family pack. Это, не знаю, это какие-то жирные, какие-то прослойки, видимо, свинина, да. Вот, да, ребра, фарш. Ой, I'm sorry, excuse me, sorry. Короче говоря, мясо пока не хочу. Было такое, что у меня сверкнуло что-то такое, но пока не хочу. Это печень, что ли, да, это, по-моему, печень, да, это beef liver, да. Печеночку хочу только куриную. Вон какие красивенькие ребрышки.
Прям красивенькие-красивенькие. Я утром съела только 2 помидорки. Маленький кусочек рыбки у меня соленый остался. Я, наверное, уже просто голодная хожу. Уже почти час дня. Короче говоря. Нет, это я ничего. Нет. Просто булочку возьму. Ну, пошли посмотрим. Испанский рис. Тоже вот баночку взял себе, $1.69. И все, там уже есть и помидорка, и перчик, и лучок, и все это прочее. Но я так не хочу, нет. Таламис. Что такое таламис? Весаус. Что это такое? Тоже вот что-то внутри. И вот оно все готовое. Пожалуйста, бери, разогревай, ешь. А, вон какие сардины громадные. 2.39 в томатном соусе. Ну, что-то я тоже сардины никак не хочу, нет. Вот тоже сардины, миксованные в чили соусе. Острые, значит. 2.09. Вот они, сардины. Тоже в томатном соусе. Тут получается 400... Сколько? 425 грамм. Нет, на консервы у меня пока организм молчит. На мясо немножко срабатывает. Хочется не столько мяса, хочется... Я хочу куриной печенки. Но сегодня есть не буду. Нет, ее нет. В следующий раз. Сегодня у меня хлебушек, грибочки и что-нибудь еще. Так. Это Mexican style хамини. Не знаю, что это такое. Что это за фуд, что это внутрь, бог его знает. Так, это вот, как они называются. Как? У меня, кстати, такие супчики дома всегда есть, я их обожаю. Я даже с собой в дорогу взяла в стаканчиках, но еще пока ни один не съела. Вон их сколько. Как они называются? Вот такие я взяла супчики, только куриные. Это со шримпами, с креветками. Тихо, музыка. Хорош. Конечно, консервированные еды моря. Реально можно на консервах прожить. При желании. Ну, мало ли, что-то случится. Вот кроме консервов дома ничего нет, да. И тогда, конечно, персики. Вот они, персики. Это желе персиковое. Пресервис. Даже они даже не вареные. Короче, и тут, я еще раз говорю, тут никто не закатывает ни варенье, ничего. Ну, может быть, там единицы какие-то закатывают, я боюсь об этом говорить, но американцы, конечно, многие даже не знают, что это такое, для чего. О, рис, вот рис, нашла рис. Так, басмати рис. Я хочу не тоненький, я хочу кругленький рис. Вот как мы готовим, когда... Вот такой вот рис я хочу, да. White рис. Я вчера прочитала на шампиньонах, я знаю, что это шампиньоны, написано, американцы называют их белые грибы, white mushroom. На меня как налетели, это не white mushroom, это шампиньоны. Ну, понятно, что это шампиньоны, но никто же не будет спорить, что было написано. Американцы называют их белыми грибами, они не знают, что такое наши белые грибы. Я брала быстрого приготовления рис, но он какой-то не настоящий, не натуральный. Я больше не буду выбирать. Я буду брать настоящий рис. Пусть он долго варится, чем тот за 5 минут. Но у него вкус настоящего риса. Вот тоже такая вкусненькая. Все, это уже все готово. Только набирайте сюда водичку. Это family size. На пол галлона. Представляете, вот сюда пол галлона воды. И вот такой суп готовый уже. Просто готовый суп. Кстати, очень вкусное все это. Это чеддер брокколи. Тоже дополняете сюда что-то. И 10 минут готовится. И... Но оно все сухое. Вот оно все сухое. Мне еще нужна вермишелька. Сейчас я найду. Да, консервации, конечно, какой ты хочешь. Боже мой, оно же такое все вкусное. Я когда-то вот это chicken noodle. Вот это вот... у меня слюна прямо идет. Разогреваете. Ну, вот не знаю, что не добавляют, но такая вкуснота просто невозможно. Клам-чаудер опять. Клам-чаудер — это самый знаменитый суп здесь в Америке. Из гребешков, из морепродуктов. Гребешки — это как бы ракушка такая. Так, тихо-тихо, музыка, тихо-тихо. Jasmine rice. Ну, это слишком большой для меня. Это очень-очень большая упаковка, мне нужна маленькая. Когда я ее съем, даже не знаю, это мне хватит на год. Ну, для машины я имею в виду. И пошли сыры, творожки и что ты хочешь. Это что такое? Джема. Джема гватемалтеса. Охрен его знает, что это такое. Сейчас я попробую прочитать, что это такое. Ай-яй-яй, калории, ну из чего он состоит? Протеин, короче, какая-то фигня. Не прочтешь. Вот это типа творожка что-то, да. Творог, сырок, сыры, творожки и что ты хочешь. Вот тоже что-то такое интересное. Как сметана. К
крема. Наверное, это сметана, скорее всего. Не знаю, как крема на испанском будет. Наверное, это все-таки сметана будет. И пошли. Так, на творожок у меня пока организм молчит, потому что мне одно время я присела на творожки и так ела эти творожки. Это Оаксаса. Свежий сыр. Филадельфию мне взять? Возьму Филадельфию, да. Потому что у меня... Сейчас я возьму рыбку, заеду в Sam's Club. И я люблю намазать хлебушек Филадельфии, сверху положить рыбку и под рыбкой еще положить авокадо. Ой, как вкусно. Прям вкусно. А это что такое? Это сахар. Сахар тростниковый. Так, сори. Пошли, 99 центов стоят сосиски. Нет, сосиски, спасибо, не надо. Яйца мне надо взять. У меня осталось, наверное, там 2 яйца всего лишь. Маленькую упаковочку мне надо взять. Вот эту я возьму упаковочку. Потому что без яиц никуда. Сейчас я еду туда, в горы далеко. Господи, столько накупаю каждый день. Куда столько же? Надо будет второй холодильник покупать для машины. Или этот менять на более большой. Не буду. $16 килограмм такие громадные креветки. Там громадные. Ну, креветок тоже не могу уже на них смотреть. Нет. Креветки вообще никак не хочу. Так, там все замороженное. И тут какие-то вон червяки, не червяки. Что это такое? Это какие-то зеленые Рио-Гранде. Джокате Тронадо. Не знаю, что это такое. Короче, Амарилла, хрен его знает. Вот что это такое. Какая-то такая громадная, гляньте, как кукуруза. Такие громадные штуки. В общем, в этих магазинах, когда заходишь, китайский, в японский, в индийский ресторан, в тайский ресторан, там у них такое, думаю, боже, что это такое? Как они, с чем они это едят? Ну, поэтому испанские тоже, вот, я имею в виду не испанские, я имею в виду, ну, сколько креветок, креветок, не испанские, а латиноамериканские магазины, конечно, чего только здесь нет. Это beef liver тоже. Вот на ливер меня тянет, опять же, но я хочу куриную печеночку. Когда впервые появилась куриная печенка, я думала, сойду с ума от счастья. Такая она была вкусная. Ну, и тут тоже уже пошли всякие сладости, всякое разное. Нет. От булки сладкой я воздержусь. Ах, хлебушек куплю, потому что завтра у меня будут бутерброды с красной рыбой на завтрак. Обожаю. Я бы каждый день так завтракала. Бутербродик с красной рыбой, с Филадельфией и с авокадо. И под сладкий чай или под сладкий кофе. Супер. Я спросила, говорю, I'm looking for pasta. Не могу найти. Я все вроде обошла, но не заметила. А чукча, блин. Там же где риса. А я просто дальше не дошла. Мальчишка пошел мне, он пошел, мог бы сказать, такой-то айл, он меня повел. Я здесь же рис покупала, нет? Я не видела пасту. Вот такой я рис хочу, но тут очень много его тоже, это столько места будет. Я вот такой взяла, маленький. Басмати райс. Нет, я не такой я взяла, да, такой же по величине. Но он тоненький, не хочу тоненький. Так, где паста? Паста. Вот она, пасточка. Ну, такое малю... А вот она. Спагетти. Я возьму 2 спагетти. Вот они. Пусть лежат в машинке. Какие-то они тоже не белые. Ну, ладно. Ладно, пусть лежат. Хлеба не просят. Да, я здесь уже была. На обед у меня шампиньоны. Или как на американцах их называют, белые грибы. White mushrooms. Остатки моих грибов, я их поджарила, залила сметанкой чуть-чуть и бросила 2 яйца. Вот это весь мой обед. Вкусно, и поехали. Я еду, уже много миль еду.